Губернаторский проект «300 новых сельских бань в действии». Пример социально ответственного бизнеса – кондитерская фабрика «Белогорье». Она активно взялась притворять идею в жизнь. Компания уже построила 5 банных комплексов в районах. Этот в поселке Волоконовка с кафе, комнатой отдыха, парилкой и фитобочкой работает уже год и пришелся местным жителям по душе. Я принял 10 сеансов фитобочки с маслами пихты и кедра. Благотворное влияние на сон и на укрепление нервной системы. Сон продолжительный и крепкий. Такое чувство вдохновения. Ну, замечательная процедура. Теперь это не просто банный комплекс, а полноценный центр досуга. В августе здесь открылась настоящая кладовая здоровья. Теперь к нам ходят целыми семьями. Старшее поколение может попариться в бане, отдохнуть в фитобочке. Молодежь может позаниматься в тренажерном зале. Мамы с детьми посетить соляную комнату и кедровую. Мы будем продолжать транслировать наш опыт на другие объекты, которые находятся в других районах. Каждый проект банного комплекса разрабатывается индивидуально с учетом пожеланий местных жителей. Волоконовцам особенно повезло. Вот эта кедровая комната отделана уникальным материалом кедропластом. Сеанс длится 45 минут. Дети до 3 лет посещают ее бесплатно. Не передать ощущение, такое чувство, что в лесу оказался. Такой запах приятный, расслабляет. Молодому человеку тоже понравилось. А здесь настоящий соляной рай. Малыши играют, укрепляя иммунитет, а мамы отдыхают, восстанавливая нервную систему. 3 сеанса заменяют день на море. Родители не могут обеспечить, может быть, каждый раз поездку на море, но они могут по возможности приходить сюда и получать достаточное количество йода, достаточное количество даже заряда энергии от благоприятной этой комнаты. Здесь же современный солярий с лампами нового поколения и тренажерный зал. Здесь приходишь, расслабляешься, получаешь удовольствие. Здесь очень много тренажеров современных, и поэтому вот я посещала несколько раз данное заведение. Теперь хочу купить абонемент в отпуске и посещать его как можно чаще. Гостям доступно как разовое посещение банного комплекса, так и абонементы. А порадовать близких и друзей можно подарочным сертификатом. Наталья Войтенко, Эдуард Горелов. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.